температура воздуха на табло была 24, море 25. Мне кажется, воздух похолоднее будет. Этот пляж мне как-то не очень понравился. Заход в море с булыганами, на дне растут водоросли. Нет душевых с пресной водой, чтобы обмыться. Народу очень мало. Никто в воду не лезет. Вот, на вышке висит черный шар. Значит, опять купаться нельзя. Волнение на море есть, но купаться можно. Костик у меня уже в море, я только что вышла, ветром бывает. Вот она крутится. Ну все, пока.